Рюкзак Rappel Urban Backpack. Рюкзак имеет объем 25 литров и снабжен съемным ремнем-разгрузкой. А за счет удобных и мягких лямок, а также жестких направляющих, расположенных с двух сторон, он отлично сидит на плечах, поэтому его вовсе не обязательно снимать в процессе рыбалки. Плечи не устают, нагрузка распределяется равномерно. На внутренней стороне рюкзака имеется 3D-сетка для вентиляции и комфорта спины при ношении. Основное внутреннее отделение имеет ярко-красный цвет. Это удобно, когда нужно что-то найти. На контрастном фоне все будет хорошо видно. Также имеются дополнительные точки доступа внутри основного отделения в виде карманов. Здесь удобно хранить леску, различные коробочки, инструменты. На внешней стороне также есть несколько карманов. По бокам есть карманы. Внешнее отделение. Также есть кофр для очков. И также точки крепления для инструмента. А съемный ремень и разгрузку можно использовать как вместе с рюкзаком, так и в виде отдельного аксессуара. Теперь буквально пару слов о характеристиках. Рюкзак имеет объем 25 литров со съемным ремнем-разгрузкой. Полный доступ к основному отделению. Имеется несколько карманов для мелочевки внутри основного отделения. В задний карман на молнии помещается ноутбук 14 дюймов или планшет. 3D-сетка для вентиляции и комфорта вашей спины при ношении. Жесткий карман для очков из материала EVO. В нем удобно хранить еще и телефон. Многочисленные точки крепления для инструментов и рыболовных аксессуаров. Возможность увеличения переднего кармана для дополнительного снаряжения. И регулируемые лямки для максимального комфорта. Теперь же давайте посмотрим, что можно разместить в этом рюкзаке. Во внешнем отделении небольшая коробка. Есть возможность увеличения за счет молнии. Внутренний отдел открывается очень широко, как видите, удобный доступ. Смотрите, несколько небольших коробок и три большие коробки вмещаются. Помимо этого, внешний отсек на молнии для мелочевки. Здесь карманы, где удобно леску хранить. Карман для очков. Внешние карманы для воды, различных инструментов. Как видите, рюкзак очень вместительный. С виду рюкзак небольшой. И как может показаться на первый взгляд, не особо вместительный. На деле же все иначе. В нем с легкостью можно разместить много рыболовных принадлежностей и аксессуаров, которые потребуются на водоеме. Рюкзак Rappel Urban Backpack. Теперь на рыбалку можно взять гораздо больше приманок.